Миллиарда лет представить как один день, как рассвет, то получится, что разумный человек, как и сад, появился на планете лишь полминуты назад. Полминуты миновали буквально доли секунды, как он жил, а уже возомнил из себя творцом и решил, что сам может создать что-нибудь не хуже природы. Копий клона себя, да хорошей в годы погоды, он взял у природы себе лучшую наличность, чтобы сотворить свою копию как личность. Копия усовершенствуется технология самого, так что еще немного, и она превзойдет самого. О, копия заменит своего создателя, заменит без распятия, заменит все прекрасное, и, может быть, превратит неясное в ясное, ясное во властное, властное в ужасное, ужасное в напрасное, напрасное в опасное, опасное.